Всем привет, с вами Джага. Сегодня мы полетаем на Curtis Hawk 3. Вот чудесный самолет, подарочный, новогодняя акция, начиная с 25 декабря 2013 года. Можно зайти в игру и получить слот в ангаре и самолет в нем. Те, знаете, про слот я не помню, наверняка, иначе смысл, как так, без слота. Конечно, со слотом. Далее, это вроде как американский самолет по происхождению, но поскольку он по лицензии изготавливался в Китае, то вот теперь это как бы вот представляет нам китайский самолет. Это, можно сказать, первый китайский самолет в игре. Ну ладно, как бы это нам говорит о том, что следующая ветка самолетов будет, скорее всего, китайской. Не какая-нибудь там французская, итальянская или еще какая-нибудь такая вот китайская. Что у нас тут есть? Мы попадаем в самый неприятный для этого самолета вариант, в песочницу третьим уровнем. То есть мы тут не в топе, а в глубоком тылу. У нас есть, правда, звено из Хавка и какого-то непонятно кого. Ну и все. Да, на один тяж у нас перевес. Это тяж второго уровня, то есть что есть, что нету. И 15 бис есть, в принципе, вещь хорошая. Сква, неплохие штуки. Вот узнается американский дизайн, когда шасси прячутся в фюзеляж и сами колеса закрывают ниши фюзеляжа. А еще вот внизу кольцо. Даже не знаю для чего. Наверное, это какое-нибудь назгулье кольцо. Ну, те, которые застелены на колец. Те самые назгулы, призраки, которым Саурон выдал кольца, чтобы они летали. А, нет, чтобы они не летали. А летали они уже потом на каких-то противных мерзких созданиях. Обратите внимание. Назгул летит на противном и мерзком создании. Вот оно. Древний ящер. Вот-вот-вот именно. Древний ящер. Ветхий как капец. Вот, все про него. Все про этот самолет. Почему я первый лечу? Я не хочу первый лететь. Вообще не интересно лететь первым. Пусть кто-нибудь первый нарывается на них. Я не хочу. Вот у нас тяж есть. Где он? Где-то вверху должен быть. Наш тяж летит внизу. Это что за тяж такой? Третьего уровня. Сква. Ну да, еще и со сква тут биться буду. Блин, а у него и Михалыч есть у сквы-то. Еще непонятно, кто такой. Потому что Михалыч не мажет. А вот тут мажет. То ли это потому, что что-то с пилотом не то, не прокачан. То ли у меня руки уже кривые. То ли в один что-то вели. То ли все это вместе. Или какая-то комбинация из этих факторов. Ну, уже и не знаю. Вот чуть-чуть, и знаете, это не я добью, это кто-то другой. Ну давай, ё-моё. О, вот это достижение. Это true achievement. Сбей самолет на Хаке третьем. Вот хорошо, хоть этого помогли сбить. Что у нас остается? Остается, ну что-то остается. Тяж. Два штурмовика. И где-то куча истребителей. Непонятно где. Где они, кстати? Обратно неохота лететь первым. Вот это все как горту врагов. Вот, вот они трое летят. Ну и что? И кто их будет троих сбивать? Опять М. Ну это, кстати, хороший самолет. Может там их раскидать. По крайней мере, раскрутить. Так, 500, 1500, 1200. Куда он валит? А куда он валит? Я не знаю, куда он валит. Ну, не поймите неправильно. Действительно, что-то сбить на этом хавке, это дорогого стоит. Так, что-то Ми-16 сбит. Этого сейчас, надеюсь, собьют.
Я согласен даже тараном его добить, честно. Чтобы заработать ас на этом самолете, я согласен вот любую, даже сбить союзника, честно, вот такое. Так, с ним там, не знаю, разберутся. Он уходит куда? К враждебным нам зениткам. Ну, его сейчас снесут. Не снесут, снесут. Надеюсь, что снесут. Он хоть в сторону летит, куда-то удаляется. Оттяж, вот он... Вот нет. Ну, хоть пятого сбил, серьезно. Ололо. Ас в кармане. Вот, ну, вот пускай, ребята, только добейте бой, чтобы уж совсем я не зря слился. Вот. Я же знал, что там сзади тяж летит. Я вполне мог развернуться, чтобы его добить. Ну, как добить, по крайней мере, не попадать под него огонь. 22-22, весьма печально. Ну, добей уже его. Отлично. 23-22, преимущество тикает. Что, кто, где? А где он? Он где-то высоко, понятное дело. Сейчас будет по одному пытаться выцепить наших ребят. Уходили бы они от этих зениток? Вот серьезно. Хм, 24-22. Ну, нормально. В общем, их не тяж сдрейфил и, походу, особо не старается играть. Понятно, что у него главная задача подняться повыше, развернуться и всех покарать. Но что-то вот не получается у этого товарища. Кто там его преследует? Его хоть преследуют? Вот этот преследует. Ну, правильно. Развернуться он, наверное, не успеет, скорее всего. В общем, я так вангую, что будет, скорее всего, захват по очкам. Хотя, в общем, если он даже и собьет кого-то одного, это сильно там ни на что не повлияет. Что там делает наш сква? Сква, угу. ПВО месит. Ну, сейчас вымесит. Так, что там с этим? А, вот и все. Собственно, его сбили. Прекрасно. Или это захват был? Ну ладно. Вот он, ас. Я так рад, что мне больше не надо играть на этом хавке третьем. Серьезно. Наконец-то. Меня уничтожил игрок олень. Я посрамлен. Ну, действительно, олень. Вы у него его догоняли сколько? Да. Но в целом самолет хороший. От оригинального отмечаются сбитые самолеты в виде флажков японских. А сбитые наземные, ну, уничтоженные наземные объекты, как вот такие вот тоже флажки, типа японские, только с желтой или это оранжевый. Наверное, желтый. А может и оранжевый. Кружочком. Вот он, этот самолет. Первый китайский в игре. Curtis Hawk 3. Интересно, как это звучало по-китайски? Шунь-мунь-гунь-гунь? Шутка, ладно. Всем пока, с вами был Джага и Curtis Hawk 3.